В областном правительстве подвели итоги работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, наградили лучших спасателей и пожарных. В 2022 году из бюджета на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций выделили 600 миллионов рублей. В региональные подразделения государственной противопожарной службы передали 4 автоцистерны. Закупили 6 единиц вспомогательной техники. В Заполярье на 12% снизилось число пожаров, а количество происшествий на воде на 17%. Одной из ключевых задач является обеспечение авиационной безопасности. Мы также с министром договорились, что к нам поступит даже 2 вертолета для того, чтобы обеспечить безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ну и мы также продолжим всю профилактическую работу для того, чтобы не только спасать, но и предотвращать эти ситуации. Они будут базироваться в Мурмашах. Вся необходимая инфраструктура и договоренности имеются. В декабре этого года 2 вертолета должны поступить уже с завода в МЧС России. В течение 4-6 месяцев они проходят обкатку и подбор экипажа. И надеемся, в июне-июле следующего года они придут уже на боевое дежурство.